Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Ну? Сейчас еще... Вот, все начал. Гордишка, ты меня точно не кинешь со сна ебаным? Ближайшие часа 2 точно нет. Пока не допьем, ты не узнаешь, окей? Ближайшие 2 часа точно нет. Договорились, что ты меня не кинешь со сна? Ближайшие часа 2 точно нет. Пока ты не уснешь, ты меня не кинешь. Договорились? Пока я не усну, я тебя не кину. Йоу! Пипс! Пьяный и дождь прожигает. Салют, пацаны! Всем салют! Блять! Попробуй, Дэш. Попробуй я. Давай. Двигайся. Все, что я делал, неправильно. Я хочу шмоток сало, чтобы меня расслабило. Салам пополам, нахуй. Кто из Владимира, подгоняйте в нашу ёптахату. Второго, нахуй, столько народу, я ебал. Это я в шоке, блядь. Сам ты пал в такое говно. Я часто бываю под лесом. Респект, надеюсь, разъебал. ЗОЖ, пиздёж, куда подгонять? Северная 55. Северная 55. Ха-ха, наебал. Я хотел ебануть уже просто. Ногинск на связи, наливай, Захар, ёб твою мать. Наливать? Тебе налить надо? Да. Куда ты ещё наливать-то, блядь? Огонь наливай. Да тебе хватит уже. Ты уже в хлам. Следующий версус скоро, где реклама в инсте? Нормальный человек приехал, прикольно было, мне понравилось. Квартира... 99. 99 квартира. Перед тем, как Захар вообще не пьяный, ага. Да, короче, смотрите, Диана, ребят, Диана, я не знаю, почему я не пьяный. Перед тем, как зайти, напишите мне... Нет, Диан. Напишите мне ВКонтакте, я просто, типа, спешусь с вами, и вы зайдете. Таким... Пьяный, все. Хуй я хвал на рэп-перископ. Рэп-перископ нахуй вообще рэп-перископ. Мурманск, салют. Во Владимир езжай. Вебстер не ебану. Идите нахуй, Черняев. 95. Талант пропить очень легко, но я не сумею. Я знаю много анекдотов. А я потому что сказал Черняев, 95, иди нахуй. Ты потому что пидор ебаный, и я нахуй помню, как ты, блядь, киданул меня, пидорас ебаный, несколько лет назад. Анекдот не могу рассказать, но, блядь, дружище, ты хорош, спасибо. У лягушки хуй зеленый, это, конечно, понятно. Я много выпил, да, ребята, я очень много выпил. Он очень много выпил, он очень много. Оппонент мой следующий, не знаю кто, не знаю. Его следующий понятно. Братан, давай до Львова. Ну, посмотрим. Спасибо, Захар. Кетч надо, мазик? Не, спасибо. Надо? Я не просыхаю. Мне охуенно. Идите нахуй со своими вопросами. Понятно, по поводу смоки. Забатлил бы смоки, а ты уже батлился в другой раз? Перебор. Я не вылетел, иди нахуй. Пьем водку, редо заебись. Не блевал и не буду. Иди все нахуй. В школке? Ебать до состояния. В школке хуёво учился последние несколько лет. Гоша ёбнул в рот Панкратиева, привет. Не знаю такого. Ребят, мне, знаете, что мне порой кажется, а я все чаще замечаю, что я как будто что-то, блядь, в говно. Занимал. В говно.
о водяре не мечтаю, а запивка мне природу заменила. Я собираюсь выигрывать нахуй всех. Насчет экзаменов всем сочувствую, ребята. Вы держитесь, давайте, как можете. У меня вот у Драгана тоже экзамен, но нихуя он не пойдет, да, Захар? Конечно, хуй ты милый, ебаный экзамен, пизду его. Кирюха Паландропов — это панч-машина. Ты решил сменить пол и стал мужчиной. Нахуй батуты. Траходром? С кем, блядь, с Захаром, нахуй, я хуй знаю. Летай, заебись. В Александров приеду как-нибудь. Водку мы пьем, блядь. Бухие в хлам. Салют пацанам. Локи 104, так что... Да нет у них трека, блядь, это наебка. У тебя следующий батл с N-Rage? Да? Да, конечно. Да, сын. Конечно, да, конечно. N-Rage. Тем самым, да, с Railway Rage. Похоронил правду, говорил, что ты похож на сынка. Пошел нахуй! Пошел нахуй! Я ебал тебя в рот! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Ты сын проститутки! Пошел нахуй! Это ты сын проститутки, потому что твоя мать проститутка! Ебаная нахуй! Я ее в рот ебал! Твоя мать проститутка ебаная! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Да, приеду, Самару. Ржу, ну ржи, ебать. Задали вопрос, кем бы хотел фитануть? Со мной, хотел бы фитануть с Оксимироном. Кирюха, пошли фейстайм. Ты кто? И откуда? Ёб твою мать. Давай, блядь. Бля, сейчас проверен насчет этого трека, вот серьезно. Я вот просто сегодня видел эту хуйню, и мне сказали, что это пиздеж. Сейчас проверим. Рыбинский рэпер, съебись. Ебал я в рот нахуй рыбинских рэперов. Бог охуенный чувак. Эти голуби злые, привет, ебаните Скарлорда. Полом, бля. И еще раз повторяю, ебал в рот рыбинских рэперов. Чё, блядь, непонятно? Чё, блядь, непонятно-то, нахуй? Я же сказал тебе чётко ебать. Что, блядь, рот ебал рыбинских рэперов. Нет, вот так, короче. Тебе, блядь, чё непонятно, долбоёб, я тебе, нахуй, первый раз сказал, блядь? Да не ори, блядь. Ебаный ты уебан, блядь. Сказал то, что и вас, нахуй, всех рот ебал. Рыбинских, блядь, рэперов. Потому что вы неудачники ебаные, потому что я вас не слышал нихуя. Всякий из меня заебал. Эфир, у меня телефон садится, хорош. Прощайся. Стой, подожди, блядь, Даня... Прощайся. Даня, летай. Слышишь, прям вдвоем эфир замутим, братишка. Прощайся. Не, хамон, давай слетаем, эфир ебаем. Ну, слетаем, можно, мне летай, блядь, приходим туда. Дань, кидай заявку на эфир, давай. Чувак, вместе. Я ходил в группу Локи Мина, вот только что, нет там трека, братан, ну нету. Ну, найди, скинь ВКонтакте или где-нибудь, блядь, ну, не знаю, ну, нет там трека. Мы с тобой с ним послушаем, но его просто, да. я его не могу найти. Даня, летай, короче, кидай мне заявку на эфир. Летай. Нет, это не Даня, это не Даня. Это не Даня. Не, летай, это прикольный, мне понравился на батле. Летай, кидай мне заявку на эфир, давай вместе замутим. Мы с тобой оба как бы курлык на внешность. Да поздно уже, забей. Да а чё поздно, ты летай. Ещё не поздно, как раз самое то. Спать никто не собирается. Да, давай, кидай заявку на эфир, сейчас ебанём вместе, будет прикольно. Мирон на странице, сейчас посмотрим, что там у Мирона на странице. Мирон. Даня, летай. Все. А как? Давай слышишь, как к нему. Чего, летай, летай позвать? Сейчас я его позову. Сейчас я тебя позову. О, вот он. Да. Я тебя зову. Мы тебя позвали в эфир, короче, присоединяйся. Даня, летай, присоединяйся в эфир.
Если ты не пидор ебаный, но ты же не пидор, поэтому присоединяйся в эфир. Вот он. Да, вот. Не летай, Он мне понравился на базе, он охуенно забазил. Да, я не сделал. Дань, как твои дела, братишка? Да нормально, братик, не чуть-чуть. Ты знаешь, почему я тебе написал, почему я присоединился? Ты не поверишь. Давай рассказывай, подожди. Рассказывай. Потому что мне написали и жалуются на тебя, что ты опять бухой буянишь в прямом эфире. Слушай, Дань, короче, просто такие дела. Я понял, после батла с не буду говорить с кем. Вот он трек, блядь, Локи Минус 34. После батла «Не буду говорить с кем», короче, я почувствовал себе неимоверную уверенность в себе и ебанутое облегчение. И такой думаю, блядь, значит, можно бухать. И, короче, понял, блядь, хуяк бухаю. Ну, в принципе, ты заслужил, чего уж говорить. Заслужил, думаешь, да? Ну, за последний батл точно. Мы не будем ничего спойлерить. Не будем спойлерить. Данил, как ты вообще сам там? Нормально, братик, ничего, отдыхаю тоже, переключаюсь. Сам-то трезвый? Чего? Сам-то трезвый? Ну, уж трезвее, чем ты, точно. Ну, по глазам видно, что он трезвый. Данил, братик, я самый трезвый вообще на свете. Даже не учитывая вот эту водку в эфире, это я самый трезвый человек на свете. Вот. Поэтому, короче... Короче, братишка, давай нахуй разъебем этих тигрят в ебаные сопли, чтобы они жалели, что вообще на свет появились. Мысль хорошая. Это хорошая мысль. Кирилл, ты можешь так много не болтать? Пожалуйста. Слушай, а я смотрю, у тебя такие усики появились охуевшие. Они вроде как уже полгода со мной, братик, даже больше. Да дело, тоже расчёл. У меня пока не получается, но я расчёл. Я просто, типа, ни разу не замечал у тебя этих усиков. Ты представляешь, сколько человек вообще ждали мой совместный эфир с тобой? Типа, палмдропов и летай, типа, самые курлык из команды Окс. Ты знаешь, что самое прикольное из этого, что при всем этом условии... эфира, где ты трезвый, мы совместно так у нас и не получилось сделать. Чёк, его никогда не будет. Эфира, где я трезвый, его не будет никогда. Потому что я трезвый, никогда в жизни эфир не заведу. Ну, я водку пьет. Чё? Водку пьет. Ты водку пьёшь? Так, слышишь, Дань, ты водку пьёшь? Да нет, братик, я вообще один, с чего я буду бухать один? А что ты пьёшь? Воду попил, заебал. Я хожу с водичкой на свои батлы. Домой. Это относительно твоих текстов, да? Короче, Дань. Борщ. Дань, я сейчас за тебя пью, за твои охуенные батлы, братишка. Давай, Дань, я с тобой пью знакомство. От души, братик. Да, братишка. Блять, всех тебе благ, я там не знаю, вообще... Бля, это моя кола, свою наличие. Все забить. Да и пошел ты нахуй. Это тоже хорошо. Главное, я подсоединился к эфиру, и мне так, знаешь, вы так со мной общаетесь, как будто у меня день рождения сегодня, это очень много. С днем рождения, да, не летай. Со вторым. С днем рождения! С днем рождения! Ты знаешь, что нас смотрят 190 человек? Не за что, это только я присоединился, и сотка налетела, вот и все. Как бы мне больше. Ну вот и все. Пишут, летай, пиздатый. Неприятно. Летай, ты такой, конечно, пиздатый, что вообще пиздец. Ну нет, я не СДР летай. Летай, СДР. Может быть, Дань, но я очень люблю. Дань, слышишь, когда ты родился, какого у тебя числа дня рождения? 12 февраля. Ёбнешься, хуя себе ДР. Подожди, тебе 21 будет, правильно? 22, братик, следующего февраля уже 22. Охуеть. Вот который будет. То есть ты, блядь, то есть, да, подожди, точно. Ты 97-го? Угу, все правильно мыслишь. Братишка, пиздец, ты старый, охуеть просто. Да ладно, дядь. Ты сидишь со мной, мне даже к нему. Ты лучше слышишь?
Ты лучше обрати внимание, что я старше тебя на 3 года, а как бы... Не на 3, чувак. Чувак, не на 3, на 2 года. Я 99-го. А, ну хорошо, ну на 2 года я тебя старше. Ну, пропитый я поменьше, на мой взгляд, конечно. Я не такой со стажем. Стаж у меня поменьше в этом плане. А, блядь, вот я тоже об этом задумываюсь всегда, но, блядь, не получается, понимаешь? Как бы он все это сводит на ноль. Ну, смотри, чувак, типа... Возраст, не возраст, ему похуй, он все это сводит на ноль. Ты как бы не пропитый, а я тоже не пропитый, понимаешь? Чего ты пиздишь, блядь? Ты, блядь, бухаешь больше, чем все вместе взятые, блядь. Я особо не пью, короче, вот. Ты не пропитый. Печень у тебя пропитая 100%, братан. Да он, блядь, пьет больше, чем все вместе взятые, блядь. Чем все вместе голуби и тигры вместе взятые, блядь. Моя печень, она, понимаешь, она разъебет любого оппонента. Даже Оксимирона. Если постарается, если постарается. Если мы в лесу, то, блядь, короче, вот, Дань, если стоп, все, новый трек, я слушаю. Ой, Дань, слышишь, нас 220 человек смотрит, ты в курсе? Я слушаю, Дань. Что ты говоришь, Дань? Я говорю, единственный человек, которого разъебет твоя печень, это ты сам. Ну да, 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 да. Дань, слышишь? Как ты думаешь, с кем ты будешь со следующим батлесом? Я не знаю, мужик, я не думал на эту тему, но я знаю точно, что в Кембре не бак, это немножко приятно, что я видел. Смотри, что пишут в трансляции. Летай, красавчик. Летай, красавчик. Пишу тоже. Дай сиську, Сухар. Убавь. Йоу, Дань, ты уже, ну, типа, планируешь что-то кардинально изменить к следующему батлу? Да, я стану, вот, я кардинально вот эти долны, короче, я тебя понял. Вот, прям, бля, я очень надеюсь на то, что ты что-нибудь придумаешь интересное к следующему батлу. Я прям реально жду что-то охуенное от тебя. Надеюсь, что ты на следующий раз можешь посмотреть. Я слышу новый трек Локи из 104-го. Это он. Дань, ты говорил что-нибудь? Ну, сейчас нет. Тебя просто, бля, короче, типа, не слышишь ты нихуя, понимаешь, типа, о чем я говорю вообще? Ты из игр? Нет. Я тоже. Охуенно, да? Есть. Подремонтировал, да? Бля, охуенно, Тесса, слышишь? Дань. Кирилл. Дань, ты слышал новый трек 104-го Локи Мина? Все, меня сейчас нормально слышно? Тебе нормально слышно, я тебя спросил. Да, сейчас нормально. Ты слушал новый трек Локи Мина из 104-го? Нет, последнее, что я слышал из нового, это Табаско у Мирона и Порчин. Вот, короче, только сегодня, короче, вечером вышел новый трек 104-го и Локи Мина. Вот мы сейчас его слушаем. Даня, а как тебе Табаско? Табаско охуенно. Ну, прикольно, да, клево, такая летняя. Они прикольно сделают. Нахуй меня её спиздил. Давай, короче, смотри, бит без всякого предвзятого отношения, короче, кто тебе больше на Табаско? Он или Порчин? Порч. Ну, чувак, это то же самое, как спросить, Порч. Кто мне Порч нравится, там, не знаю, Лос-Анджелес Лейкерс или что-то. На этом треке Порч. Дань, можешь говорить, пожалуйста, громче, тебя просто очень слабо слышно. Да, прости, я говорю, ну, они абсолютно по-разному сделали. Они сделали на 2 разных языках, и один сделал акцент на каком, ну, на распространенности. Порч, или хуйный панч. Ну, просто смотри, типа, мне лично кажется, что чисто по флоу, ну, Кузя, мне лично больше вкатил Порши. Ну, типа, во много раз, короче, вот. У него панчи охуенные были. Я просто, блядь, знаю. Я их перевел. Он сам себе. Вот, короче, типа, Мирон охуенно сделал, но, по-моему, Порши вообще прям охуительно залетел, пиздец. То есть, ну, мне прям нравится охуенно.
порчи. Помнишь, да, что тебе еще в его команде находится минимум несколько пасов, и ему теперь обязательно перешлют, и он тебе припомнит это. Кирилл, надеюсь, не припомнит, конечно. Нет, не нравится. Слышь, смотри, мне это не нравится. Что там происходит? В окна стоит бухи. Мне это не нравится. Это хуйня какая-то. Какой-то чувак просто палит на нас по-жесткому. Бля, Дань, зацени, просто пиздец какой-то. Чувак с улицы просто палит на нас. А может, он там блядь? Чего? Он тебя узнал. Молчи, Кирилл. Чего? Он узнал вас, говорю. Хохол, ты? Блядь, это хохол, нахуй. Это ебать. Это хохол, слышишь? Это мой друг, я охуел. Это хохол. Я так охуел, прикинь, просто мы сейчас стоим с балкона, на нас какой-то чувак с улицы палит прям в лицо с балкона на 10 этаж. Я реально обосраться успел. Это как Слендермен выглядело, короче. Пиздец. В итоге, это, короче, мой друган. Короче, Дань, охуенно, знаешь, типа, как ты относишься к тому, что нас с тобой шиперят, пиздец? Не знаю, братан, я как-то еще не понял, как к этому относиться, потому что, ну, блин, не знаю, это как-то непривычно. Ну, нет, мы нормальные корефаны, я ничего не говорю. Ну, слушай, типа, в любом случае, это же определенный, типа, прикольный хайп, потому что, ну, типа, блядь, шиперинг... Далеко не хайп, далеко не хайп, сука. Хайп. Короче, шиперинг — это в любом случае прикольная тема, потому что, ну, типа, блядь, хайповая же хуйня и так далее. Ну да, я согласен в том, что, как бы, если шиперят, значит, это один из показателей того, что тебя узнают, и ты кому-то интересен. Нет, смотри, чувак, шиперинг — это один из показателей того, что мы с тобой даже на внешность курлык. Блин, ну летай пиздатый, мне понравился на батле, мне прям заебал, охуенно зашел в батл. Да, чувак, ты охуенно батлишь, мне нравится твой стиль, короче, и все охуенно, блядь, красава, продолжай. В том же ебаном духе. Нет, слушай, надеюсь, по-моему, тебе не нравится. Я надеюсь, ты разъебешь своего следующего оппонента. Тебе такой стиль не нравится, не гри, бро. Вот и я тоже нет. Дань. А он вообще откуда? Дань, ты откуда? Я из Москвы. Из Москвы? Бля, приезжай в Владимир, а затусим. Слушай, да, а не хочешь, наверное, приехать во Владимир? Типа, тут 3 часа ехать всего на электричке. Да меньше. Смотри, Дань, квартира у меня есть, как бы затусим без проблем. Я тебя даже могу оставить. Слушай, а клёвая тема. Чё он сказал? Чё говоришь? Я сказал, что это клёвая мысль. Сейчас, Дань. Говори, пожалуйста, громче. Скажи ещё разочек, не слышу нихуя тебя. Я говорю, что мне нравится мысль затусить у вас во Владимире. Я тебе говорю, это охуенная тема. Дань, если чё, я прям тебя оставлю, даже у меня квартира своя. Смотри, короче, Дань, такая тема. Смотри. До Владимира тебе ехать буквально часа 2.5 на электричке. Да, на электричке. То есть вообще хуйня. Хуйня вопрос. Не знаю. Короче, типа хуйня вопрос. Пригоняй, типа затусим нормально. И вообще будет прикольно. Такие дела. Ну типа, блять, ты знаешь что? Типа я трезвым тебя точно не оставлю. Пригоняй и затусим по-нормальному. Просто если мы потом будем мутить пьяную конференцию вместе, это будет прям вообще... Бля, ты вместе висит, мы это... Да. Если пойдет, то заведем, если, блядь, нет, то нет. Реально, прикинь, типа, если ты пригонишь, короче, прикинь, типа, если мы вместе будем эфир снимать, прикинь, как нас шиперить будет с тобой, пиздец, вообще. Кошмар, бро. Просто реально, как кошмар, нахуй. Зарядки, блядь, иди к зарядке. Иди к зарядке. Вот, зарядки. Так что, Дань, ты на самом деле подумай, если что, просто реально пригоняй, и как бы я тебя оставлю без проблем вообще. От души, бро. Но мне кажется, что сам наш эфир, он уже будет как очень классный такой повод для шипа. Это понятно, но я тебе говорю просто про другое. Не вопрос. А что, слышишь, у тебя вообще, как у тебя там с экзаменами, со всей хуйней там? У тебя тоже сессия, да? Ну, послезавтра у меня экс. У меня завтра экзамен первый. Послезавтра. А у тебя завтра? У меня завтра. Точнее, уже сегодня. Вырубит хуй, да. Ну, бля, Дань, типа, желаю тебе удачи на твоих экзаменах. Надеюсь, что у тебя все получится и что все будет охуенно. У меня, сука, сегодня, понимаешь, в 8 утра.
Кирилл, подожди, Кира, постой. Мне кажется, ли ты еще зуб проебал, или мне показалось? Только один. Больше мы не проебали. Да, только один. Боже, какой кошмар. Короче, Дань, как у тебя закончилась эта хуйня там с сессией, с экзаменами, короче. Ты прям, ну, заскакивай, Владимир, охуенно затусим. Да когда последний экзамен? Я не знаю, ну где-то в конце июня, прям под конец. У меня 25-го. Во, блять, а у тебя когда последний экзамен, Дань? 130-го. Ну, в принципе, где-то, ну, примерно одинаково. Погнали после 30-го числа, затусим с тобой в Владимире на сегодня. Слышь, ты про алфавит сказал ему? Че, про что? Про алфавита. А, короче, Дань. 8 июля. Дань, смотри. Короче, у меня 9 июля день рождения. Вот, 8 июля у меня во Владимире концерт Маши Химы. Салютик. Я в Осинском городском стоял. Ну, братишка. Короче, смотри. Вот хохол. Короче, смотри, 8 июля во Владимире концерт Маши Химы. Вот, и типа алфавит еще пригонят. И типа нормально затусим. Короче, у меня будет алфавит и тоже пригоняй. Короче, вот, да, типа... Алфавит типа с вами тусить будет или что? Да, 8 числа. С 8 на 9, короче, у нас здесь концерт Маши Химы, типа алфавит тоже пригонит. На концерт похуй, блядь, просто алфавит будет с нами тусить потом. Ну да, скорее всего. Круто, брат, офигенно. Поэтому вот, типа, Дань, по-любому пригоняй, короче, с 8 на 9. Охуенно с тобой затусим, будет очень прикольно. Не, не вопрос, мне нравится мысль. Надо будет просто с сессией разобраться и посмотрим. Я за. От меня домофон нет. Ну, типа... Короче, Дань, смотри, как бы я тебе сказал, остаться, я тебя оставлю, вообще без проблем. Так что дальше просто думай, ехать, не ехать. Все. Не-не, короче, Дань, все будет заебок. С 8 на 9 концерт Маши Химы, затусим с алфавитом. Поэтому я очень буду рад тебя видеть на свой день рождения. Я тоже буду не против. Все, Дань, давай прям по-любому. Все, Кирилл, бросай прямой эфир, к нам человек пришел. Что был? Там пишут в конце нам типа, алфавит знает, что он будет с вами тусить? Да, да. Он это и предложил. Мы с Алфой общались, короче, все будет охуенно. То есть мы на эту тему с ним попиздели. Да, он будет. Да, он будет. Блин, круто, мужик, вообще, мысль крутая. Мне очень поэтому нравится. Просто, блядь, до 8 числа мы все сдадим и просто залетаем, и все, нахуй. Да, залетаем. Ты хоть можешь на неделю... Залетай, помню, хоть там... на неделю, хоть на месяц, блядь, я как бы живу один, поэтому похуй. Я подлечу. Все, чувак, давай, я тебя ловлю на слове просто. Все, давай, Дань, как бы, блядь, вообще без проблем. От души, решили. Все, короче, Дань, человек пришел, нам нужно водку бухать. Поэтому давай, Дань, желаю тебе, блядь, всего хорошего. Дань, я тебе, короче, добавлю друзья, ты меня добавишь? Добавлю, только отпиши давай, где-нибудь. Без проблем. Дань! Он у тебя есть, друзья? Да, я его слуг кинул. Все, без проблем. Все, Дань, давай, короче, всего хорошего. Я надеюсь, Захар. Я надеюсь, увидимся с тобой, короче, забухаем нормально и все хуяем. Да? От души. Забухаем, блядь. Я такой в пизку вам устроен, нахуй, вы охуеете. Все, давай, братишка, счастливо. Алиса, да, беги, давай. Давай, Дань, пока. До встречи. Давайте, парни, давайте. Давай, Рад, перископ, майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау.